Привет, друзья, Алания. Понедельник. В понедельник проходит рынок в Оба. Туристов, как я вижу, не появилось. Но люди чуть-чуть ходят туда, в сторону овощного. В сторону Тосмора я не пойду. Сейчас я пройдусь немножко в сторону овощного. И потом на овощи, фрукты смотреть цены. Ну, вот вы видите. Зимние антикризисные цены 5 лир. 10 лир. Вот любая вещь здесь 5 лир. Согласитесь, это просто. Вот смотрите, 5 лир. Проезд в автобусе 4 лиры стоит. Здесь можете выбрать вещь за 5 лир. Любую. Это шортики, футболочки. Это детская в основном. И там дальше по 10 лир. Там уже больше размеры. Вот такие вот цены, однако. Время где-то начало шестого. Очень жарко сегодня опять же. Хотя ночью было хорошо. Такой морской прям ветер такой надувал с морем в квартиру. Так классно было. Днем опять 36 в среднем. Или не в среднем даже, а как минимум. Здесь тоже 10 лир. Ну так вот вперед смотришь, чуть побольше местных людей сегодня ходит, чем в прошлый раз, когда я был. Вообще никого нигде не было. И тут всегда привет. Всегда 15 привет. Как у вас дела? Все нормально, Туркия. Люди есть? Нормально. Сегодня больше вроде как. Ну, туристов нет, да? Сейчас тут местные, Турист сюда. Russian, сюда, Туркия, Россия. Зовут вас все, приезжайте. Не выпускают в Россию там. Слушай меня, Россия. Слушай, давай, Туркия. Вот тут большой-большой выбор сейчас у него. Все по халявным ценам. Привет. Привет, друг. Все нормально. Вообще еще ни одного туриста не видел. Ни с какой страны, да, ни русских. Очень много местных есть. Турецкие здесь. Так, погнали дальше. Все, удачи. Тут по 5 лир. Короче, цены просто офигительные. 10 лир. Женская. Люди наши тоже сидят без работы. Людей нет. Приходите к ним, как приедете, они стоят в Оба, по понедельникам они рядом стоят. Вот можете прийти сюда, взрослые вещи купить, потом там детские вещи. Украина уже флай, летает, только никак не долетят, до рынка никак не долетят. Короче, большая часть людей прилетает сейчас в Анталию, как я понял, в Аланию мало людей сейчас почему-то. Фиат, супер, супер цены, да? Одинаковые цены в прошлом году. Ага. Одинаковые. Праздник и пакет. Не молодцы, они русским языком владеют. Как там брат ваш, который в Одессе? Он еще в Одессе или? Учиться в Одессе было, вот два года. Это ты был? Ну, о, да, еще раз. Одессит. Одесса, да, ты отучился уже, да? Или уже? Как тебе Одесса? Одесса. Понравился город сам? Красиво? Сейчас новости не смотрел. Но... Не, а вообще, когда там был, как понравился? Хороший город. Я в Одессе ночью любил гулять, там, где этот... Потемкинская лестница, памятник этому, да, красивое так, место. О, человек учился. Почему? Я гулял там и устал. Ты учился на русском языке, да? Ну да. Ух ты. На, то есть ты... на подфаке. Класс. И какая у тебя специальность теперь? Кто ты? А? На кого выучился? Кто ты теперь по специальности? Филология. А, о, это я думал на морском на чем-то. А? Я думал, что моряк. Моряк, да, правда, но... Это было филология. Проблема.
Понял. Если это не было бы, я буду врачей, но не было. Кто знает. Ясно, знает, круто. Так что у нас тут одессит есть. Вам приходите, круто. Кто из Одессы. Все, так что приходите, тут на русском языке сможете торговаться, вам будут скидки. Все, счастливо, удачи. Человек отучился в Одессе в том году. Они рассказывали, что брат учится у них в Одессе. Вот все по 3 евро, по 20 лир. И тут взрослые размеры футболок. По 10 лир, вот детские. Все по 10. Джинсы одна штука 5 евро, 35 лир. Не знаю, все или не все. Может, там что-то есть подороже. Постельное. Полотенце. Наш человек тут отошел куда-то. Тут тоже по 5 лир любую вещь можно выбирать. И 3 штуки 10 лир. Трусы вот такие вот, 3 штуки 10 лир. Привет, брат. Привет. А где туристы? Сам в шоке. В Анталии, наверное, или я не знаю, куда они. Что я хочу, брат, я? Серьезно? Почему туристы вам идут? Носки, горы носков. Вообще никого, да, ни русских, ни Украины, никого не... О, блин, странно. Может, они только прилетели на море, еще не накупались, а до рынка не дошли. Зову, да, рассказываю, как рынки найти. Люди, после моря приходите на рынок, вам ждут вас. Ну, одни местные реально, то, что я вижу сейчас по рынку, одни местные. Хотя отель Кайла тут рядом, в Кайле есть отдыхающие, я не знаю. Че, пока никто до рынка не доходит. Тоже все по 20, 25, 35 и 10. Иду сразу на две стороны. Десять лир шлюпки. Тоже по 3 лиры, вот смотрите. Дешевле проезда в автобусе 3 лиры. А это по 1 лире. Представляете, вот любая вещь стоит 1 лиру. 1 лира это у нас... Боже, сколько это, я даже... переводить во что-то боюсь, потому что это настолько мизерная сумма получается. Музыка. Арба. Феномен. Турист йог? Йог. Турист йог. Где они все, блин? Уже самолеты летят с туристов. Дойдут скоро, наверное. Реально никого не вижу. Опять проблемы с камерой. Снимаю кусочками, потом буду монтировать. Ну, ведь оказалось, что люди ходят, а вот когда заходишь в центр событий, людей вообще нет. Как бы. Ну, один человек, два человека проходят. Джинсы 10 евро, 70 лир здесь шорты. Нурба, шорты, вот у него шорты купил большого. Нормально. Туристов нет? Один, да? А с какой страны? Украина, да? С Кайла, наверное, да? Один турист, он тут на вес золота был, наверное. Одного туриста увидели. Большой выбор тут шорт. Мужские, женские, джинсовые разные. Человек вот тут сидит. Купил я у него большой размер. Нормальные шорты. Ну, может, 70 лир это не самая дешевая цена. Можно было найти что-то дешевле, конечно. Но большие размеры. Для меня это счастье из-за 70. То видите, все спят, сидят, никого нет. Кто в Кайле отдыхает, если смотрите, или в каких-то еще Тосмур, Азия, Ориентир, отель Кайла, там в четверг будет базар, завтра вторник, да завтра будет в Махмутларе.
10 лир тоже выбор всего. 10 лир футболочки. Тоже 10 лир. Тридцать лир полотенца большие. 20 лир тоже любая вещь на выбор. 20 лир. 3 евро, 4 доллара, 20 лир. Такой вот выбор. Тоже по 10 лир. Все по 10. Вы тут прилетаете, сейчас вы приходите, пока цены не подняли. Потому что если туристов больше будет, уже вот так вот по таким супер халявным ценам не будет. Дешево будет, но сейчас вот самый дешевый момент, когда можно все купить действительно дешево. Тут большие размеры есть у них всегда. Это 6-го года, я запомнил. По 3 евро здесь все. Десять лир тоже полотенца, причем больших размеров, ну не маленьких, скажем так, размеров. Что Али у нас не видно? А, о, Али есть сегодня. Али стоит прям уже в начале овощей. Вот он, красавец, прогульщик. Отдыхал, не было тебя два рынка не было, да? Все нормально. Нормально. Туристов видел сегодня кого-то хоть или? Немножко, да. А с какой страны были? Кто был? Немецкие. Немецкие, да? Нидерланды. О. А Украина или? Украина тоже. Была, да? Маленькая сейчас. Скайла, наверное, да, скорее всего. С видом тоже от нас свободно. Ну хоть уже ходить, хоть вы их уже увидели, и то рады, это то все никак не доходили. Очень да. Али тут стоит прямо, где начинается рынок овощей и фруктов, и прямо напротив они в оба тут стоят. Хорошее место у них. Ой, на теплые вещи даже смотреть жарко сейчас. Все, на Али мы сегодня закончим. Остановимся, я пойду сразу на овощи и фрукты, пока у меня футик работает. Будешь чай? Не, спасибо. Все, жарко. Завтра Махмудлар. Завтра. Среда. По средам вы сейчас ездите в этот или? Там еще ничего не работает, наверное. По средам. Среда. Авсалар. Канаклы, да? По средам. Кестель. Давай, здесь среда. Кестель. А, Кистель. Ты в Кистеле по средам. Но в Кистеле еще отели не работают, наверное, да? Не сейчас. Нету. Я посмотрю один раз. Босс. 15 августа. А, 15 августа аж будут некоторые открываться. Люди, это был у нас вещевой рынок в оба районе, понедельник. И идем сейчас на овощи, фрукты. 8, 6, 4... 10-минутное видео уже вышло, напоминаю, с овощами и фруктами. И у нас запели цикады, я все забываю рассказать, что в начале июля, и в том году они начались именно вот в начале июля. Но их здесь намного меньше, чем в Кемере. Но появились уже. И инжир вот по 10 лир кило. Красивый. Крупный. Это уже цена начинает понижаться, уже цена нормальная, 10 лир кило, это цена хорошая, инжир шикарнейший просто. Вообще красавчик просто. Прикоски шикарные по 10, по 5. Персики, нектарин 7. Ребят, на овощах покупаю овощи на борщ. Полкило. И отдельное видео с рынка овощей и фруктов можете посмотреть. Это у нас лещевому прилеплю я. Так, так, так.
Вот, набрал я все. Набрал капусту, базилик, руколу, большой пакет, да-да-да. Базилик, руколу, свеклу, чеснок. Что еще, салат айсберг, короче, все-все-все он не взял. И напоминаю, что видео с овощей и фруктов будет отдельно. Самые лучшие овощи здесь. Все осталось. Помидор только не хватает. Почему помидор у вас нет? Томаты. Да, почему у вас нет? Да я потом еще похожу еще. Вы помидоры не выращиваете, да? Ваше хозяйство. И такие ценники у них красивые сегодня. Большой-большой ценник, красивый. Сегодня это был рынок Оба, понедельник.